Итак, всем привет. Уже, наверное, недельки две, может, полторы, черт знает его, не играл ни во что. Решил сегодня, ну, чтоб оно было на канале, хоть что-то поехать на каком-нибудь танке, точнее, на танках. Я вот только сегодня зашел, как видите, еще не получал награды, сейчас какое-нибудь фуфло выпадет. Ах, хороша была бы штучка, если бы я ездил с кем-то. Ну, активировать, что ли? 29 минут осталось. Пускай случайному рандомному союзнику повезет. Не знаю, на чем ездить. Советами в основном играю. На советах и поеду. Тут в тундре фишечка новая. Ну, о ней уже раструбил каждый обзорщик. Каждый смотритель этой игры. Вводит итальянскую авиацию. Ну, как всегда, вводят. Надо купить пакет. Там, от 500 рублей. Чтобы получить доступ к тестированию авиации. Либо выполнять какие-то задания. Я помню, в прошлый раз за Японию меня эти задания просто заколебали. Вот такие хитромудрые задания давали, что я забил на все. И уже смотрел Японию, как и все, собственно говоря, простые люди. Так, ну я думаю, вот это и... Т-44-100 имеет смысл на точку щемануться. Что-то я уже забыл, что в игре есть боты. То ли я не обращаю внимания, то ли давно их не видел. Какая тут ближе? Б. Но она-то ближе к противнику. Ох, чувствую, вылечу я на кого-нибудь. На такого же, как и я. Шустрика. Ой, там уже тьма тьмущая. Хаваться. Делать хованского, как говорится. Ой, там еще, ну вообще, блин. Да ёшкин дрын. А, его кто-то убил. Я с перепугу вообще просто накосячил до нельзя. Вражеские войска захватили точку. Так, этот занимается нашим, да? Вот тут у нас на пригорочке. Дуло мое не опускается нормально. Большинство мужчин не хотят, чтобы у них дуло опускалось. Я наоборот прошу об этом. Короче, сезон пошлых шуток открыт. Вражеские войска захватили точку. Возможно, даже наши пустили. Ну, это была глупая встреча. Лезть на точку, на которой куча вражин. Что еще нового расскажу?
танках я вряд ли что-то информативное скажу. Рей жду. Не знаю только, буду брать или нет. Скорее всего, буду ждать скидки. Как дерево. Взял по скидке игру. Блин, вылетело из головы сейчас скин. Очень хорошая скидка. Что-то там мёрдер. Посмотрел обзоры, мнения. Народ нахваливает. Короче, недельная скидка. Сейчас игра. Которую вот эту приобрел. Пока не устанавливал. Времени вообще играть, если честно, нет. Такие долгие игры. Брал я себе фер, думал, попрохожу. Вот. В итоге прошел я только первый уровень, и то не до конца, и все, и забил. Сидеть, высовываться, стрелять в меня, опять прятаться. Вот это я знаю, любители вот этого заунывного геймплея. Сюда кого-то. Вот тут мы, конечно, как сборная России по футболу, сосали. Мягко говоря. Все точки оттяпали. День. Мне надо сваливать. Хоть кого-нибудь заберу, нет. Давай, смельчак, высовывайся. Своими любезностями. Не-не-не, подожди, выезжай, подожди. Жесть. Чувствую, придется еще бой играть. Это не выкладывать вот такое. Сос полнейший. Может, другую нацию попробовать. Смотрю, что там у меня есть. Надо уже сливаться. Атакуйте точку Б. Все, что там торчало.
фейл полнейший. Ну, соответственно, они исчезли у меня. Так, Германия уже надоела. Может, тут этими лоханочками? Или... О, япошки, я забыл про них. Гоу, гоу, на японцы. Еще разговор есть о том, что со временем в тундре французов ведут. И выбирали даже между тем, кого вести первого, итальяшек или французов. Но мне кажется, за счет того, что в основном конкуренте World of Tanks есть уже нация Франции, то чтобы как бы уделить поклонников, тундра предложила Италию. Вроде бы картошки нету. Мне так кажется. Ну, на самолеты, если честно, пофигу. Мне единственное, в свое время нравились японцы. Не знаю почему, чем они отличаются. Ну, чем они не отличаются, наверное, от других наций. Хуже на них играть. Но вот этим они отличаются, потому что у меня советы есть. Я что-то в WhatsApp очень мало. Сейчас я получу. Вот, у меня советы есть. На них отлично играть. На американцев отлично. На японцев надо, как говорят, изи до превода мотать. Тихо. Красава я. Я, кстати, по привычке чуть ли не как ПТМ играл. Вражеские войска захватили точку. Союзные войска захватили точку. На удачу больного. 32 рус. Брянск. Брянский байкер. Да почему брянский байкер? Пиво брянское такое есть. Отвратительнейшее просто. Вот это мои познания о Брянске. Это долго будет сидеть по-любому на перезарядке. Не долго, он не выстрелил, наверное. А, это другой уже. Там вас двое, ой, рыба мои. А вон еще пожар. Шикардосик. Только не добейте, гады, только не добейте. Как нас зло на перезарядке. О, он смотрит. Ну ладно, в принципе, я тоже про этот фраг скрысил. Чё уж греха таить. Тут игра, а не какой-то рыцарский турнир с
кодексом чести. На самом деле, чтобы требовать от сокомандников, это великая глупость. Одно дело, когда ты с ними полечу. Ей-богу, полечу. Одно дело, когда ты с ними играешь, так сказать, связь есть, это твои товарищи, там уже можно попросить. Вот, а здесь... Кто увидел, тот и убил. Но ему тоже кердек будет. Отключают. Если вот это сосет. Не. А вот он. Заодно посмотрю, что там есть. Вражеские войска захватили точку. Так, вижу я этого брянского байкера. Надо ему дать белгородский жилет. Фартануло. Ну, хоть передам. Так, так, так. Есть! Вот снаряды мощные, а? Угодил чёрт знает куда. Вот. Но всё равно зацепило. Серёгу там каким-то макаром. Долго летел. Я думал, куда-то вообще в молоко ушло. Полчаса прошло, и тут опа, гайдет. Да кто мне наяривает все время? Задолбали. Прятаться. Большая проблема. Все-таки стоит. Сзади некуда идти. Вражеские войска захватили точку. Я же говорю, тут победы. Крак из Китая. Точки все пропутали. Моя вина в том числе. Крысю прячут ко мне. Вместо того, чтобы ехать.
Нет, понятно, что на вот этой хрени захватывать точку, как обелиск кончит. Но я ж могу взять того американца. На нем шустренько сделать свое дело. Но с третьей стороны, когда я брал фурон, то точки были все наши. Ну или почти все. Ой, как всегда, дебил перевернулся, и полудругу просить его перевернуть, развернуть, плюшку чесать вместо того, чтобы дезактивировать танк и взять его. А если у него это последний танк, то он тоже дебил, что так быстро танки поспускает. Надо быть отчаянным скорострелом. Слушайте, я пока бы отбазарил, тут уже точки все позахватывали. Стоп. Так. Хигакнули его откуда-то. Да вот этот, наверное. Жучка вот эта. Такому точно помогать не стоит. Даже если рядом его увижу, принципиально не буду поворачивать. Поворачивать, переворачивать. Потому что просить надо тоже уметь. Пожалуйста. Что такое происходит? А то быдло быдлом. Что-то тут еще всех начинает оскорблять. Нет, самолет, пожалуй, не буду брать. Вообще, опасная ситуация. Тут с одной стороны, справа у меня танк, сверху танк. Надо, пожалуй, дислокацию менять. Тихо, ты же сам перевернулся. Надо уже что-то делать. Чтобы закончится партия. Ха-ха-ха. Сволочуга такая. Вот бесят немножко такие козлы, которые сидят до последнего. Трусятся, а потом, когда уже расслабляешься в конце боя, они тебя отбивают. Ну, да пёс с ним, очков он все равно не получит. Закрыть ничего не хочу. Переключаем на советы, за них буду играть. Ладно, хорош на сегодня. Хочу погуляться, фотографировать, да и в магазин надо. Так что буду заканчивать. Ладно, спасибо за просмотр. Будет что-то новое, что-то интересное, какую-нибудь игрушку возьму, обязательно запишу. А пока нечего. Ладно, всем удачи. Пока-пока.